Доброго времени суток. Хочу показать альбом для юбилейных монет СССР. И, собственно, сами монеты. Монеты расположены по порядку их выпуска и номиналу. Начинается серия юбилейных монет СССР из недрагоценных металлов с монеты 20 лет Победы. Следующая — власть 50, Ленин 100 лет, 30 лет Победы, власть 60, юбилейная серия олимпийских монет, посвященных Олимпиаде 80, из 6 монет — эмблема, Кремль, МГУ, Космос, Моссовет или Долгорукий, факел. Следующая монета — 20 лет полета Гагарина в космос. На следующем листе монеты. Дружба народов СССР, Болгария. «60 лет СССР», Карл Маркс, Терешкова, Иван Федоров, Менделеев, Попов, Пушкин, Ленин 115 лет, Победа 40, фестиваль молодежи, Энгельс. Международный год мира, Ломоносов, Воссер 70, Циолковский, две монеты, посвященные Бородино, Стелла и Брельеф, Горький, Толстой, Шевченко, Мусоргский, Лермонтов. Князи. Эмнеску, Чехов, Чайковский, Жуков, Скорина, Райнис, Навой, Лебедев, Прокофьев, Махтамкули, Иванов. На следующем листе идут монеты номиналом 3 рубля и далее 5 рублевые. Революция 70 лет, землетрясение в Армении, 50 лет Победы под Москвой. 5-рублевая монета — 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции, или коротко 70 лет ВОСР. 5 рублей — Ленинград, памятник Петру Первому, Киев, Софийский собор, Новгород, памятник тысячелетию России, Москва, собор Покрова на Рву, Самарканд, Регистан, Москва, Благовещенский собор, Большой дворец, Петродворец, Матендаран, Ереван, Успенский собор, Москва, Архангельский собор, Москва, Госбанк, Москва и памятник Давиду Сосонскому, Ереван. Здесь еще остается 8 ячеек, которые можно использовать под Барселону. Это 6 монет, посвященные Олимпиаде в Барселоне, который также входит в комплект юбилейных рублей СССР из недрагоценных металлов. Но так как они выходили только в качестве пруф, не все вставляют их в данный альбом. По причине первой — это дороговизна их, у них небольшой тираж. И второй — причине их качества, так как от этого альбома на этих монетах появляется патина. Также две последние ячейки можно использовать под копеечные юбилейные монеты. Эти 4 монеты выпущены в честь
50-летие советской власти. Есть еще один вариант альбома в твердом переплете с подписанными ячейками. Тут те же самые монеты. Удобность его хранения и коллекционирования заключается в том, что каждая ячейка для монеты подписана. Продается он вообще в двух томах. Но в этом томе отсутствует Барселона и копеечные юбилейные монеты. Выглядит он так. В таком альбоме не рекомендуется хранение монет в качестве пруф, так как патина здесь возникает еще быстрее, чем в предыдущем альбоме. Он подходит для монет из оборота